Почему мы не встретились в таверне? Я тут потому, что тут моя цель. Надраться в планы не входит. Мы можем провернуть дело вместе. Тебе нужен Лауренс Принц, а мне его пленник. Нам тоже нужен мудрец, Эдвард. Не стой у нас на пути. Победит сильнейший. Плантацию постоянно обходят патрули. Чтобы поднять тревогу, бьют в колокол. Видишь? Нужно сначала вывести его из строя. Стражи слишком много, так что полагаться на скрытность нельзя. Сделаем вот как. Я отвлеку их внимание. Тогда ты сможешь их убрать. Готов? Тебя зовут не Джеймс, да? Когда как. Идем. Увидишь принца раньше, убей его. Получишь награду золотом. Ты не слышал, что стряслось? По пути сюда на друг? Него напали разбойники. Ты женщина, но почему? Вроде. Право, Эдвард. Какие вот могут быть объяснения? Удалось ускользнуть. Я здесь по контракту, удивляться будешь потом. Недоволен. Wait.
Двигайся! Прошу, в меня стреляли. Помогите мне! Черт, Томпсон, здесь рана! Глубокая! Мне дурно! Ладно. Дурно! Руку, барышня! Храни вас Бог! Смотреть в оба. Какие-то головорезы тут ошиваются. Я всем скажу. Bah!
Зачем кружишь надо мной, как ворон? Полюбоваться страданием? Вы ведь и сами несли страдания, господин принц. Это кара, я полагаю. Глупые головорезы и ваша философия. Вы живете в мире, который не изменить. У меня другие мотивы, старик. Мне нужно лишь золото. Я был таким. Когда-то. Я здесь, Кенуэй. Я его нашла. Я тебя помню. Тамплиер из Гаваны. Я не тамплиер. Это была уловка. Мы пришли спасти тебя от работорговца. Спасти? Я служу господину принцу. Так знай, что он плохой хозяин. Он хотел продать тебя тамплиерам. Видно, никому нельзя верить. Робертс! Снова упустил его, так? Да. Этот Робертс хитер, как дьявол, будь я проклят. Похоже, я упустил сегодня двоих. Что ж, и как тебя зовут, подруга? Мэри Рид, для мамы. И для моих друзей. Но смотри, никому ни слова. Не то сам станешь женщиной.